Бизнес – это люди активные, люди понимающие, грамотные, люди энергичные. Мне кажется, это то, что необходимо тулюкам. У Тулы есть пример, с кого брать. Это Демидовы, Баташовы, да многие-многие другие. Поэтому я желаю всем нашим участникам победы. Желаю, чтобы Тула развивалась с участием нашего бизнеса и большого, и малого. Так что всего доброго.